Боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 26 лет, рост 168 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 7 поражений при одной ничьей, и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 26 years old, standing 168 centimeters tall, weighing at 61.7 kilos. He's a striker with professional record 16 victories, 7 defeats and 1 draw. Дамы и господа, из Бишкека, Кыргызстан, приветствуйте Алимардан Абдыкаров! Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Ему 30 лет, рост 168 сантиметров, вес 61,6 килограмма. Профессиональный рекорд 18 побед, 6 поражений, его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 30 years old, standing 168 centimeters tall, weighing at 61.6 kilos. As Brazilian jiu-jitsu specialist with professional record 18 victories and 6 losses. Representing Manaus, Amazonas, Brazil, here is Майкон Силван. Рефери Максим Протасов. Алимардан Абдыкаров и Майкон Силван. Легчайшая весовая категория. Максим Протасов, качественный рефери. Это ACA 147 в Москве на ЦСКА-арене. Знаем, в главном бою сегодняшнего вечера Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян будут выявлять сильнейшего. Слоу-кика начинает свои атаки Майкон Силван. Да, с хорошего такого под икроножную мышцу, вышибая сразу переднюю ногу. Силван задвигался, почувствовал давление от Алимардана. И сказал я про атлетичность Силвана, но посмотрите, как выглядит Алимардан. Особенно если со спины его посмотреть, он очень внушительным, крепким парнем. При этом Майкон Силван на самом деле очень креативный боец. Умеет работать по-разному. Смотрите, сейчас начинает рвать дистанцию. И вот такой удар ногой, почему нет? Да, здорово. Сразу начинает винтить. Здорово предвосхитил ты его действия. Здесь, да, продолжает угрожать ближней ногой в качестве сайдкика. При этом правосторонний стоки отработал где-то секунд 30, а инициатива по-прежнему остается у Абдыкарова, но он поддавливает без ударов. Качал корпусом Силван. И плотно по корпусу, а там, возможно, на грани фола был удар. Но все в порядке. Прям слышно было это попадание по бедру здесь еще. Добавляет Силван. Еще раз. Да, жестковато так. Всадил этот сайдкик, и здесь в зеркальных стойках они относительно друг друга работают. И мы знаем, что левша всегда очень здорово целится именно дальней ногой под печень. Пока Силван так не работает. И при этом Силван умеет работать и так, и так. Он в разных стойках прекрасно себя чувствует, но правосторонний чуть больше проводит времени. Да, действительно, по-хозяйски пока работает Майкон. Он устраивает определенный экзамен новому бойцу лиги. Бросается вперед Алимардан Абдыкаров. По уходящей траектории там попытался зацепить. Здесь опять попытка под ближнюю ногу ударить. Лишить передвижения своего оппонента со стороны Силвана. Хорошо. Но последний удар был мимо все-таки. Причем вложился в него на все 100% Абдыкаров. Поехала нога у Майкона. Да, едва не потерял равновесие, просто на ровном месте. И здесь как будто бы вот этим фронт-киком приманивал на себя и тут же раскрутился, как юла на одном месте, вытаскивая локоть. Да, неплохой бэк получился, но по воздуху. Финты корпусом, даже финты тазом. Постоянно под вертушку как будто бы встает Майкон. Периодически наблюдая именно эту позицию, так заводит ногу. Абдыкаров немного зажат. О, сразу ножки колена с расчетом на удар по ребрам справа. Еще один по корпусу здесь по защите. Колено, кстати, дошло до цели, как и сайдкик вот этот, и как и предыдущий, собственно, удар по корпусу. Все пока долетает на ногах от Майкона. И Силван хорошо работает с точки зрения замедления оппонента. По разным этажам ноги обрабатывает и икры, и бедра. Но при этом видно, что Абдыкаров очень жестко бьет. Один раз попадет и все. Как будто бы в стиле Магомеда Исмаилова сейчас работал Майкон. Так раздергивал, улыбался, немножко издевательски так над своим оппонентом. Это действительно очень опасно. Алимардан очень здорово может попасть, этого будет достаточно именно одного раза. Но при этом, не знаю, Ром, как тебе лично, мне кажется, Силван делает побольше. Он хорошо передвигается, постреливает и не дает сфокусироваться на себе, что самое главное. Минута 20. Ищет возможность Абдыкаров. Там левую ногу уже Силван отбил. Да и по корпусу несколько раз хорошо достал. Минута еще от первого раунда. Все время застревает в полупозиции, а сейчас просто промахнулся опять. Замах был на 200 рублей, да и удар хороший с акцентом. Но мимо! Как встречает Алимардан. Видно, что подразозлился. Эмоции сейчас немножко берут вверх. Но это добавляет огня в поединок. И вот здесь пошел вперед. Едва не нарывается на встречный локоть от Силвана. Но там и передней рукой зацепил Абдыкаров. И удар с вращением получился, опять же, отчасти у бразильца. Так или иначе, перехватывает постепенно инициативу бойца с синего угла. Еще сайдки. И у нас практически не было борьбы. Оу, они пахли. Второй раз бьет Майкон. Как будто бы ничего не случилось. Качает головой влево-вправо Майкон, показывая, что полный порядок с ним. Опять вытягивает на себя Алимардана. Содержательный раунд мы с вами посмотрели. Сейчас перерыв. Посмотрим, что будет дальше. Возвращаемся в поединок. Достаточно напряженный. Здесь Силван как будто задергался, так задвигался, гораздо более активно начал. Сразу же сайдкик. Движение добавил. И было напряжение в перерыве в углу и того, и другого спортсмена. Точно так же, как было это напряжение и во всем первом раунде. По-прежнему инициатива у Абдыкарова. Пошел рубиться. Алимардан, понимая, что, наверное, недостаточно много он сделал. Возможно, подчеркиваю, в первом раунде. Ух ты, неплохо. Старается максимально жестко пробивать Алимардан. Насколько вот физики хватит, может быть, все делает, ставит на то, чтобы именно в этом раунде завершить. Но явно не с таким соперником, как Силван. И очень интересно прибавляет, да, не то что от раунда к раунду, а от минуты к минуте Абдыкаров. И старается максимально забрать здоровье соперника в каждом ударе. По корпусу опять пропустил. Причем ударов этих по корпусу было очень много в первом раунде. Но не замедляется Алимардан. Здорово. Очередная попытка забраться на ударную дистанцию от Алимардана. Силван делает намного меньше. Он много двигается, но при этом практически ничего не выбрасывает. И, естественно, не попадает. По перемещению пока неплохо. Здорово. Опять мидл-кик зашел от Майкона. Туда в печень как раз, вот то, о чем я говорил в начале этого боя. Очень много финтов, опять же. Где же удары? Да, ведь базовый джиттер, посмотрите. Просто шоу Майка Тайсона. Нет, скорее, наверное, Флойда Мейвезера устраивает, а здесь размен. А не поплыл ли бразилец? Еще мне пока так не показалось. Еще две бомбы пролетело, но все мимо. Вот сейчас начинает просыпаться Майкон. Он понимает, что он проиграл 2 минуты в этом отрезке. Ну и ва-банк, откровенно говоря, в этих разменах идет здесь, как будто бы вытягивая на себя. Хотел тут же левым боковым попасть. Алимардан неудачно. Просто непробиваемый корпус у Абдыкарова. Да, крепкий парень. Чего уж там. Сильван начинает уставать. Постепенно вымахивается. Он гораздо реже подключает левую ногу. Возможно, он отбил ее в первом раунде. Ну, вообще, Абдыкаров ему навязывает достаточно высокий ритм. И с этим сложно. И самое главное, может быть, скорость не самая высокая, да? Но вот эта перманентность движения вперед Абдыкарова, оно, конечно же, психологически разрушает. О, было опасно, но мимо опять. Да, потоком воздуха просто сейчас и в этот раз. Я думаю, кого-то могло снести просто-напросто. Не достал. Плечо попал. И покраснение сразу возникло. Если бы это была голова, то Сильван был бы отправлен в нокаут. Но нет. И опять по корпусу. Очень хочет пробить все-таки Майкон Сильван. Пока не получается. Да, как будто бы до одного точного попадания идет этот поединок, после которого, возможно, кто-то получит преимущество в виде нокдауна. Пока со стороны кажется, что к нокдауну, к оформлению нокдауна гораздо ближе Алимардан. Да, подзамедлился. Видно, что Майкон стал ловить ноги, или, по крайней мере, так прихватывать их, отпуская. Больше и вот стало... попытка борьбы. Ух ты! Тейкдаун. Что дальше? Да нет, не состоялся он, в общем-то. Вышел из этого захвата Алимардана Абдыкаров. И показательный момент сейчас был. Майкон попытался применить план Б, который против Абдыкарова не сработал. Борьба здесь неэффективна. Одинаковая комплекция, умение вставать, моторность такая, сбитость, она не позволяет. И здесь размен какой. По-прежнему старается максимально активно перемещаться Майкон Сильван по клетке, но при этом, если было стойкое ощущение небольшого преимущества бразильского бойца по первому раунду, теперь точно такое же ощущение о преимуществе Алимардана. Да, летел вперед Абдыкаров, но не стал там. Опять же, есть опасность наткнуться на локоть с разворота. Опять же, вспоминаем Джихада Юнусова. Впечатление от этого приема было достаточно. Если эта встреча закончится ударом с вращением, это будет, наверное, отчасти даже магически. Нет, не стал выбрасывать мидл-кик. Перерыв. А вот здесь смотрим, очень хорошо прихватился вроде бы Майкон, но нет, так здесь легко не пройдет, конечно. Высокий уровень борьбы. Поехали, третий раунд этого сериала напряженного. Развязка наступит наверняка через 5 минут и, возможно, даже раньше. Алимардан ничего, естественно, не меняет. Пропустил здесь удар и вылетела капа. Обратно вставляет ее. Он рвет собой. Посмотрите, какой темп у Алимардана. Вот сейчас он действительно хочет немного взвинтить скорости. Я думаю, что в углу ему сказали, что потихонечку сбавляет Сильван, что можно попасть. И включает, в общем, здесь еще одну передачу. И, как вы понимаете, не случайно он. Алимардана 11 побед из 16 нокаутов. Очень жестко бьет. И здесь отлично. И в голову, и по корпусу зацепил. Это уже картинно от Майкона. У него далеко не все получается, но пошли финты. Финтит, потому что хочет навязать свою психологическую уверенность, чувствуя, что с ним не все в порядке. И вот здесь именно это и доказывает Алимардан. Да, и пока Абдыкаров, давай, мол, бейте свои мидл-кики, у тебя ничего не получится. И постоянно собирает максимальное количество энергии в правой руке, в правом кулаке. Донесет ли его до цели Абдыкаров? Он переломил уже соперника психологически. Но это смешное единоборство. Каждый раунд оценивается отдельно. И вполне возможно, что 1-1 по раундам. Да, теряет равновесие Майкон Силван, но с ним полный порядок. Показывает он всем своим видом, по крайней мере. И опять с ударами полетел вперед Алимардан. Небольшая пауза. Еще 3 минуты. И требует угол Алимардан излишне не заряжаться. Но Абдыкаров не согласен. Он вбивает удар за ударом, даже если ему не хватает немного дистанции. И вот здесь по касательной дали 2 удара. Каждый из них по одному. И здесь здорово опять. Все очень-очень эмоционально, нервно, но не точно. Правый прямой от Алимардана. Есть ли еще порох в пороховницах у Майкона? На левый попытался встретить Алимардан. Да, забыл уже про лоу-кики. По корпусу практически не работает Сильван. И тут же пробил тип тайский. Действительно, паузы стали побольше. Мидл-кик в защиту, а у Алимардана его вовсе мимо. Пытается за руку завести вот этот левый боковой. Шальной такой размашистый удар. Но не получается у Сильвана. Постоянно пытается Алимардан поймать в прицел голову соперника, даже челюсть соперника. Здорово. Джебом достал, тут же нырнул и не попал по нему Майку. Хороший джеб, силовой получается, передней рукой. И еще раз туда добавляет. Нашел брешь в обороне, нашел способ, как наносить ущерб Алимардан. Да, и будто вкопался в землю сейчас Силван, перестал двигаться, только вперед-назад. И вот только сейчас начинает. Отходил он от этого попадания. И... Хороший эпизод. Попытка навязать борьбу от Майкона. Ничего не получится, чуть больше минуты. На скачке атака от Алимардана. Завелась публика. У него много болельщиков здесь, на ЦСКА-арене. Кровь хлещет уже из носа у Майкона. И попадание было в глаз, потому что щурился. И как одноглазый пират двигался по клетке. Здесь разменивается. Очень здорово заряжается Абдыкара. Но как будто бы должен быть финиш в этом поединке. И если Абдыкара выиграет, то это будет волевая победа. Он сумел перестроиться по ходу встречи. По корпусу. Конечно же, ведут по времени спортсменов. Промахивается Абдыкаров. Да, попытался он в ответ на сайдкик сразу же рубануть с правой руки. Здесь попытка перевода неудачная. И опять размашистый размен. Локоть не получается. И вот здесь нужен очередной темп. Абдыкарова призывает он зарубиться здесь и сейчас. Ревет публика. Мимо. Прыжок. И сейчас будет сирена. Классный бой. Шикарный. Вот это тот случай, когда у нас нет нокаута, у нас не было, по сути, нокдаунов, у нас не было какого-то урона, не было пляшущих ног там или еще чего-то. А такая суровая, напряженная мужская борьба. И борьба в стойке. Я напоминаю, что в лиге ACA бонус, конечно же, $50 000, но если этот бонус достается поединку вечера, тогда победитель получает 50, а проигравший 25. Да, это справедливое решение было принято не так давно. Есть у нас досрочные победы у парней. Мы лихо начали этот турнир и продолжили вот таким напряженным поединком. Слушаем Александра Загорского. И прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим бойцам! Your applause for the both fighters! Итак, по завершении этого прекрасного боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Итак, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27 и 30-27. 30-27, 29-28, 29-28, 30-27 and 30-27. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision Алимардан Абдыкаров. Он сделал